Завтра в России и бывших странах Советского Союза отметят годовщину со дня трагедии в Чернобыле. 30 лет назад там взорвался атомный реактор. На ликвидацию последствий отправились 600 тысяч человек со всего СССР. Многих из них уже нет в живых. В память о тех, кто, жертвуя собой, спасал мир от ядерной катастрофы, в Краснодаре высадили несколько аллей. Анастасия Дешина расскажет. Мы гордимся тем вниманием и уверены, что и подрастающее поколение сегодня, которое присутствует, будет к нашим памятным местам приходить и почитать память. 58 лип. Именно столько деревьев украсят новую аллею на улице памяти чернобыльцев. Лепту в ее создание внесли местные власти, неравнодушные предприниматели и обычные жители города. Так общими усилиями краснодарцы вписывают зеленые страницы в историю современной кубанской столицы. Мы собрали более 500 подписей со всего микрорайона, живущих не только рядом с этим бульваром, но и ближайшие дома. И люди были очень рады, воодушевлены этим моментом, этой идеей, и как бы нас поддерживали полностью. В ликвидации последствий взрыва 30 лет назад принимали участие 12 тысяч кубанцев. Третьи из них уже нет в живых из-за опасной для здоровья дозы радиации, которую они получили, исполняя свой долг перед народом. Невзирая ни на какие трудности, люди откликнулись и вылетели туда для решения тех задач, которые ставило правительство. И сегодня для молодежи нам очень важно именно эти яркие примеры, примеры героев современности, показывать и культивировать. Ну и, безусловно, это на самом деле сохранение памяти и дань истории. Вспоминая погибших, нельзя забывать о будущих поколениях. Так рассудили в группе компании «Кубань». Организация помогла приобрести деревья, которые теперь растут в память о ликвидаторах. А в Чистяковской роще сотрудники фирмы и все желающие заложили новую аллею. Аллею будущих поколений. Возможность посадить дерево решила не упускать и молодая семья Васькиных. Супруги с утра, вооружившись лопатами, пришли в любимый парк. Григорий и Людмила посадили ту, за которой обещали ухаживать. Это же так классно, что останется на всю жизнь, она будет расти и приносить людям радость. Вклад в экологию. И мужчина в своей жизни должен посадить дерево. Вот, посадил. Галочка есть. Галочка есть. Так как группа компаний «Кубань» строительная компания, мы вносим вклад в будущее развитие города, то и свою аллею мы решили связать с будущим. Мы пригласили семьи города вместе высадить эти замечательные молодые деревья, тем самым сделав тоже небольшой вклад в будущее. Всего в этот день в Чистяковской роще высадили более 20 молодых хвойных деревьев и столько же декоративных кустарников можжевельника. Несмотря на то, что именные таблички писать не стали, организаторы уверены, после внесения своей лепты в создание аллеи памяти, заботиться о новой роще местные жители будут с особым трепетом. Анастасия Дешина, Андрей Вискушенко, Виктория Пилипенко, Евгений Валитов и Диана Кабалути. Телекомпания «Краснодар».